в игровой форме с элементами развлечения. Специалисты межрегиональной распределительной сетевой компании «Волги» рассказали воспитанникам лагеря «Ровесник» о безопасном обращении с электричеством. О том, как правильно носить удочки и почему нельзя делать селфи на опоре электропередач, узнала и наша съемочная группа. Если вы сделаете шаг, то между левой и правой ногой будет разница в зал. Через два тела, на той ноге другой, вытечет электрический ток. Вот так наглядно подростки видят, как нужно действовать, если обнаружен оборванный электрический провод. Специалисты межрегиональной распределительной сетевой компании «Волги» проводят уроки электробезопасности в детском оздоровительном лагере «Ровесник». Средний возраст воспитанников от 8 до 13 лет. Именно в этом возрасте, по мнению энергетиков, у детей проявляется осмысленный интерес к электричеству. Дети в возрасте, как сказать, в подростковом возрасте очень интересуются, очень живые, очень подвижные. Им интересны всякие непонятные вещи, в том числе и трансформаторные подстанции, линии электропередач, которые представляют из себя большую опасность. Дабы предупредить несчастные случаи, дабы донести опасность этих объектов до детей, МРСК «Волги» разработала программу, и мы проводим занятия с детьми в школах, в пионерских лагерях, для того, чтобы разъяснить им всю опасность поражения электрическим током. Занятие состоит из двух частей – теоретической и игровой. В первой дети узнают о правилах электробезопасности не только дома, но и на улице. Энергетики рассказывают, как правильно проходить с удочками под линиями электропередачи, что такое шаговое напряжение и как помочь человеку, пораженному электрическим током. Во время игровой части дети постигают азы искусственного дыхания на специальном электронном манекене и принимают участие в эстафете, примерив средства индивидуальной защиты энергетика, диэлектрические боты, перчатки и каску. Ну, понравились веселые статы, было очень интересно, было весело. Больше всего запомнилось то, что поделились тем, что нужно для человека безопаснее и аккуратнее. Я считаю, что такие уроки нужны для детей, для их здоровья. В этом году в рамках второго всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» воспитанникам лагеря рассказывают об основах энергосбережения. Цель лекции – донести до детей информацию о том, что каждый человек и даже ребенок, зная, как сэкономить электроэнергию в быту, может помочь сберечь энергоресурсы всей планеты. Коммунальные платежи постоянно растут. Мы сетуем на дороговизну, но не думаем о том, что сумма зависит не только от стоимости ресурсов, но и от нас самих. Если бережно и экономно расходовать электроэнергию, можно на треть сократить коммунальные платежи. За 8 месяцев текущего года специалисты МРСК «Волги» провели более 500 уроков электробезопасности в общеобразовательных и воспитательных учреждениях Саратовской области. Еще столько же планируется провести до конца года. Нина Цапайкина, Фазлидин Гуламединов, Саратов 24.